текущим обстоятельствам, потому что срок давности истекает. Как вы тогда вот, ну, оцените работу следователя? Вы считаете победу в этом формальном судебном решении, которое может быть по этому делу вынесено? Понимаете, вот вы довольно сложно формулируете для меня вопрос. Я его оценю с точки зрения закона. Оно будет абсолютно законно. Да? Угу. Вот. Если говорить о том, что длительное расследование, длительные сроки, ну, сами понимаете, что это не самое простое дело в расследовании, с учетом и объема тех документов, которые изымались, и те сложности производства тех экспертиз, которые проводились. Потом, так или иначе, следственные органы очень сильно в вопросах выявления и пресечения экономических, коррупционных преступлений привязаны к деятельности оперативных служб, то есть, когда, ну, материалы передаются, изучаются, потом до возбуждения дела, потом длительные сроки расследования уголовных дел. Ну, в общем, все это вместе и привело к тому, что сроки давности истекли к привлечению к уголовной ответственности. Я вам одно могу сказать, что в настоящее время ходатайств о прекращении уголовного дела за исчерпанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности не поступало. И в этой связи вся сейчас работа сосредоточена на скорейшем окончании, в соответствии с теми возможностями, которые мы имеем, уголовного дела и направлении его в суд.